Для приготовления пиццы нам понадобится 350 граммов муки, 2 чайные ложки сухих дрожжей, щепотка соли, столовая ложка сахара, 250 миллилитров теплой воды и столовая ложка растительного масла. Вот наливаем теплую воду, размешиваем сначала ложкой аккуратно, чтобы не было комков. А затем все выкладываем на стол и хорошенечко вымешиваем это тесто. Вот уже у нас тесто подошло очень хорошо. Рыхлое, мягкое, воздушное. Мы его аккуратненько выкладываем, подсыпаем немножко муки, вымешиваем. Ну так, чтобы не забить его, просто буквально слегка-слегка. Затем собираем в комок и края подгибаем вовнутрь. Откладываем тесто в сторону, пусть еще постоит минут 10-15, чтобы отдохнуло. И приготовим начинку. Тесто раскатали, уложили на противень, смазали кетчупом у меня к шашлыку. Очень хорошо, хорошо первый слой, чтобы кетчуп хорошенечко пропитал. Для начинки отварная поджаренная курица, тертый сыр, помидоры с морозилки и уже оттаявшие жареные грибы и лук, порезанный полукольцами. Вот такая пицца получилась. Сверху сеточкой наносим майонез и отправляем в духовку при 180 градусах на 25-30 минут. За 5 минут до готовности обильно посыпаем сыром и пусть еще 5 минут дойдет в духовку. Пицца готова. Приятного аппетита!